Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із такого видання, яке називається The South China Morning Post. Вони із посиланням на знайоме із ситуацією джерело у Москві написали, що російський проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», який необхідний, щоб замінити «Газпрому» втрачений європейський ринок, просувається вкрай повільно. І це через позицію, яку зайняв Китай. Китай відмовився інвестувати у будівництво трубопроводу, пропонуючи Росії повністю оплатити багатомільярдний або багатомільярдні рахунки за це будівництво. І от кажу, співрозмовник цього видання каже, у тому, що стосується будівництва, Пекін хоче бути впевненим, що для нього не буде ні ризиків, ні втрат. Росія – сторона, яка повністю оплатить рахунок. Крім того, Китай вимагає також і подальших знижок на російський газ. Як каже джерело The South China Morning Post, Китай може вимагати глибоких знижок. Але, незважаючи на це, у Путіна навряд чи є вибір, бо російський диктатор перебуває під величезним тиском, оскільки якщо трубу не буде побудовано, оцю силу Сибіру-2, то Росії буде нікуди подіти величезні обсяги газу. Принаймні, про це говорить оце джерело, з яким поспілкувалися журналісти з South China Morning Post. Я нагадаю, що наступного року знижка на газ для Китаю збільшиться до 46%. Це випливає із проєктувань уряду Росії. Газ із сили Сибіру коштуватиме $271 за 1000 кубометрів. При тому, що для Туреччини та Європи це коштувало $281 за 1000 кубометрів. Після відключення газу європейським країнам «Газпром» отримав трильйон рублів чистого збитку за рік і зіткнувся із касовими розривами, на покриття яких довелося витратити 2/3 запасів готівки на рахунках. Після втрати європейського ринку, куди до війни на піку йшло понад 150 мільярдів кубометрів газу на рік, «Газпром» був вимушений скоротити видобуток на чверть, а це рекордно для їхньої історії. Крім того, Міністерство закордонних справ Китаю вважає безпідставними, якщо ми продовжуємо тему Китаю, то Міністерство закордонних справ Китаю вважає безпідставними звинувачення і повідомлення у виданні The Washington Post про нібито плани Росії та Китаю побудувати підводний тунель до Криму. І китайські дипломати кажуть, це повідомлення позбавлене підстав. Ми не коментуватимемо його. Щоб нагадати трошки, що відбувається, то The Washington Post із посиланням на свої джерела і на перехоплені електронні листи надіслали цьому виданню написали, що російські і китайські бізнесмени, які мають зв'язки з урядом, в жовтні таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який може з'єднати Росію із окупованим тимчасово українським Кримом. І задля цього вже навіть почалися перші кроки, тобто створили такий собі консорціум. Видання стверджує, що перевірили автентичність повідомлень, посилаючись на реєстраційні документи компанії, які свідчать про те, що оцей російсько-китайський консорціум, який вони створили для будівництва, він якраз базується в Криму. І переговори, які включали зустрічі, у тому числі наприкінці жовтня, були викликані зростаючим занепокоєнням росіян щодо безпеки Кримського мосту через Керченську протоку. В електронних листах, поширених серед у тому числі посадових осіб протягом останніх тижнів, згадуються зустрічі з китайськими делегатами на тимчасово окупованому українському півострові. В одному із них, датовано 4 жовтня, йдеться про те, що китайська корпорація залізничного будівництва, яка називається CRCC, описується як така, що готова забезпечити будівництво залізничних і дорожних об'єктів будь-якої складності у Кримському регіоні. CRCC – це державна компанія, яка побудувала дуже багато одних там із найбільших автомобільних і залізничних мереж у Китаї, і при цьому змогла встановити значні такі тісні зв'язки із росіянами в останні роки завдяки проєктам, які включають розширення системи московського метро, які завершили у 2021 році. На запит про коментарі або якось прокоментувати ситуацію чи ці чутки загалом в компанії відмовилися, натомість виступили у китайському МЗС, що вважають дуже серйозним. Загалом російський керівник російсько-китайського консорціуму цього, я нагадаю, що він базується в тимчасово окупованому Криму, теж відмовився давати якісь коментарі для кореспондентів The Washington Post про оці проєкти тунелю. Але
6 із 9 засновників, директорів-засновників консорціуму взагалі не вказані в реєстраційних цих файлах. Електронні листи також свідчать і про те, що Китай намагається зберегти таємність у цьому проєкті будівництва і загалом у цій ситуації. Тому що в одному із листів підкреслюється той факт, що компанія CRCC братиме участь лише за умови суворого дотримання повної конфіденційності, перепрошую, і що назва компанії буде замінена на іншу, не пов'язану з нею юридичну особу у будь-яких контрактах, якщо такі плануватимуться, звичайно, у майбутньому. В іншому листі електронному згадується китайський банк, готовий конвертувати свої долари в рублі для переказу в тимчасово окупований Крим для фінансування проєкту цього консорціуму, а це, як ми вже прекрасно розуміємо, будівництво цього підземного тунелю. Крім того, в цих же електронних листах цитується обговорення консорціуму з керівником CRCC. Його ім'я збігається з ім'ям громадянина Китаю, який значиться як віце-президент і заступник генерального директора міжнародного підрозділу компанії CRCC. Спроби зв'язатися із ним теж виявилися безуспішними, тому що ніхто, жодна зі сторін, в принципі, не хоче коментувати цю ситуацію, тому що знову ж таки, як випливає із цих листів, Китай ніби як і готовий допомогти, але за умови повної анонімності. І так от, з огляду на ризики і санкції, на ризики санкцій і саботажу, американські чиновники та експерти висловили здивування тим, що взагалі ця китайська компанія CRCC ризикнула втрутитися у цю справу. І експерти з міжнародних транспортних проєктів кажуть, що будівництво тунелю під Керченською протокою, воно технічно можливе, і Китай має необхідний досвід такого будівництва, має необхідне обладнання, але, за їхніми словами, це буде величезне підприємство, порівняно із масштабами тунелю між Данією і Німеччиною. Його будують вже майже 8 років, він коштуватиме в кінцевому результаті майже 9 мільярдів доларів і стане найдовшим тунелем у Європі, коли його буде завершено наприкінці десятиліття. Як росіяни планують, точніше, будувати свій тунель, до кінця не зрозуміло, як і до кінця не зрозуміло правдивості загалом цієї ситуації. Але, тим не менш, цей факт є. І детальніше ми обговоримо із Сергієм Жирновим, це експівробітник КГБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Сергій, здравствуйте, ради вас видіти в нашому ефірі. Здравствуйте, Фарид, и привет всем нашим слушателям и зрителям. Я думаю, начнем с того, что сейчас Россия и Китай, как утверждает The Washington Post, ведут переговоры о строительстве подводного или подземного туннеля, который должен обеспечить России надежные поставки. Насколько это вообще реальный сценарий, учитывая тот факт, с какими проблемами Российская Федерация столкнулась, когда вот строили Крымский мост, и какого качества его удалось соорудить. Ну и Китай, кстати, который хочет, как бы публично заявляет о том, что он не готов поддерживать там Россию, он выступает за территориальную целостность нашей страны и так дальше. Но с другой стороны появляются вот эти электронные письма, как говорят журналисты, в которых прямым текстом написано, что Китай готов, но на условиях по полной конфиденциальности. Ну, во-первых, Китай уже, так сказать, опроверг эту информацию, сказал, что нет, ничего, мы этим делом ничего не занимаемся, вот, потому что они сильно испугались, наверное, публичности, вообще боятся публичности, но как вы можете заниматься проектом многомиллиардным, перекопать все дно Азовского моря и не быть публичным? Да? То есть это я здесь не понимаю, мне это совершенно непонятная вещь. Скажем, скрывать можно вещи маленькие. Никакие большие проекты, которые тем более перекапывают землю, никак скрывать нельзя. Есть спутники, есть информация. Мы живем в третьем тысячелетии, в век интернета. Скрывать это невозможно. Дальше, почему этим занимаются? Да очень просто. На самом деле, вот вы говорите, там проблемы есть какие-то, да, были проблемы со строительством моста. А какие у них проблемы могут быть? Это же проект, который будет строить как минимум 10 миллиардов, а если не 15, не 20. Причем для любой фирмы, вот, которая занимается реальным проектом, чем меньше он стоит, тем эффективнее будет его эксплуатация. В Российской Федерации, наоборот, чем дороже проект, тем больше можно будет распилить. И китайцы, почему они должны отказываться
от совместного распила многих миллиардов долларов из бюджета Российской Федерации. Конечно, они рады будут это делать. И причем рады будут независимо от того, реален ли этот проект или нереален, насколько эффективна его будет эксплуатация или неэффективна. Им абсолютно без разницы. Вспомните Сочи. 100 миллиардов долларов распилили на Сочи, при этом вложили в реальную инфраструктуру всего 20, а 80 миллиардов просто распилили между собой миллиардеры вокруг Путина и сам Путин. Им, в Российской Федерации вообще вопрос о реальности проекта, об эффективности проекта — это вещи, которые они просто не понимают. То есть вот вы с обычной человеческой и экономической логикой, эмотической, математической логикой пытаетесь подойти к анализу этого проекта, они на вас будут смотреть круглыми глазами и говорить, ну, человек не понимает. Распил идет, распил, да, распил. Поэтому, значит, Навальный придумал такое название своей системе, своей структуре, которая занималась расследованием этих всех распилов, потому что Российская Федерация просто пилит бюджет, тупо пилит бюджет. Кстати, война в Украине для этого и существует. Поэтому и Путина поддерживает довольно много олигархов, потому что каждый из них пилит этот бюджет. Вот все, что я могу сказать про этот проект. Тогда очень, вот если олигархи поддерживают, потому что они в том числе распиливают бюджет, я себе просто вспоминаю, как в начале полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, когда с экспертами вот говорили о том, а как же люди, приближенные к Путину, как же российские олигархи, которые на фоне войны на территории нашей страны потеряли десятки, просто сотни миллионов, миллиарды долларов, им же невыгодно, а вот так оказывается, как раз. И вот надежда на олигархов еще есть? Ну, надежда на олигархов есть, потому что не все олигархи зарабатывают на войне. И поэтому я всегда оговариваюсь, что вот те, кто непосредственно зарабатывают на войне, они, конечно, держатся за Путина, они, конечно, держатся за путинский режим, и они, конечно, держатся за эту войну. Но, с другой стороны, есть какие-то люди, которые потеряли на этом. Прежде всего, потеряли на этом те, кто зарабатывали деньги на экспорт. Потому что когда Россия попала под санкции, то, прежде всего, санкционировался экспорт чего-то российского за рубеж. И вот все люди, которые на этом зарабатывали деньги, они, конечно, потеряли. Плюс они потеряли репутацию, плюс они потеряли возможность ездить по миру, плюс они потеряли кто-то недвижимость. Ну, у кого-то просто ее пока, так сказать, заморозили, а у кого-то даже конфисковали. Вот, и вот те, у кого конфисковали, те, кого лишили образа жизни, к которому они привыкли. Потому что за 20 лет привыкаешь жить в комфортных условиях, привыкаешь кататься на лыжах в Куршевеле, там, в Цермате где-нибудь, там, да, в штате, привык лишённый ездить на шопинг в Лондон, в Париж, в Токио и в Нью-Йорк. Вот, привыкли некоторые олигархи просто так пошвырнуться, сесть на джет, и слетать, например, там, в Нью-Йорк, поужинать в ресторане в каком-то трехзвездочном, в мишленовском, который там входит в международный гид мишленовский в Японии или в Соединенных Штатах Америки, или во Франции. Вот. Так что вот эти люди потеряли. Но при всем при том, так сказать, у них же выбора никакого нет, потому что Путин их ставит перед выбором, либо вы сохраняете свой статус внутри России, свои деньги, либо пример Ходорковский. Вот и хотите подсесть, так же, как Ходорковский, лет на 10, да, и лишиться всего того, что у вас есть сейчас. Ну, давайте тогда, значит, протестуйте и там высказывайте какое-то свое несогласие. Вот. Другое дело, что каждый раз, когда мы с вами обсуждаем эти темы на вашем канале, я надеюсь, что они нас слушают. Нас в России смотрят довольно много народу. И я им говорю, что ну ладно, хорошо, вот сейчас вы, допустим, распилили этот бюджет российский, заработали какие-то там сумасшедшие триллионы даже на войне. А что вы с ним потом будете делать? Что вот жить в этой дыре абсолютной, которой... Значит, ну, Путин, понятно, он, так сказать, он присмыкающийся, да, и поэтому ему жить в бункере комфортно, и его, в общем, уже теперь даже не интересуют деньги, его не интересуют даже какие-то поездки за границу. Хотя, обратите внимание, как только есть возможность поехать даже в Казахстан или даже в Беларусь, пусть меня извинят наши зрители из Казахстана и из Беларуси, потому что, конечно, ни Казахстан, ни Беларусь не сравнить ни с Францией, ни с Испанией,
ни Соединенных Штатов Америки, ни с Великобританией, то Путину и это, так сказать, приятно, чтобы показать, что все-таки он может вылезать когда-то там из бункера. Но он, ему комфортно в бункере, да, потому что у него, так сказать, дворцы настроены по всей России, у него бункеры настроены по всей России, но олигархам-то это некомфортно. Кому комфортно жить в стране, в которой, которая считается изгоем, в которой вас считают изгоем, вас не принимают нигде, вас не приглашают больше никуда, с вами не общаются как с равными за границей. Вот. А они придавали большое значение, чтобы быть равными, да, потому что вот наших олигархов, они, им очень нравилось, когда их там награждали иностранными орденами, там французским, принимали в орден почетного легиона, там, в орден почета или в орден какой-нибудь там искусства во Франции. Вот не зря же они организовывали выставки, гуманитарные какие-то проекты и так далее. То есть все-таки большинство из них потеряло. И вот эти люди, конечно, подумают о том, что и понимают, что Путин всех их загнал вместе с собой в ловушку и ведет всю Россию к уничтожению и в тупик. И вот эти люди, конечно, они, мы надеемся, рано или поздно помнят о табакерке или о шарфике. Вот, а как считаете, их большинство тех, кто потерял, или меньшинство? Я думаю, что их большинство тех, кто потерял. Меньшинство как раз тех, кто пилит бюджет. Потому что Путин ведь пытался на словах якобы бороться с олигархией. На самом деле он сохранил ту же самую олигархию, просто теперь пользуется бюджетом олигархи, приближенные к Путину. А есть олигархи, которым позволяется существование, но которые не пользуются близостью к Путину, чтобы получать огромные дивиденды от этой близости. И вот все те, кто не получают этих прямых дивидендов от войны, они, конечно, недовольны. Вот если мы перейдем к тому, что сейчас происходит на украинских фронтах, к самой горячей точке в нашей стране, это сейчас Авдеевка. Вот как считаете, насколько сейчас успехи у Авдеевки важны для Путина политически? Или такого понятия, как политические успехи, для Путина нет вообще? Для Путина нет понятия политика. Политики нет в Российской Федерации, и он не является политическим руководителем Российской Федерации. Он вообще мертвый человек, виртуальный политически. Вот. И даже если слушать заявление профессора Соловья и моего партнера генерала СВР, то и мертв даже уже физически. Вот. Политики там нет никакой, но политически, в принципе, для него это важно, потому что Путин точно так же, как при Совке, при Советском Союзе, играет в символику. И вот символика выборов, символика какой-то легитимизации раз в 4 года или раз в 6 лет для него все-таки значима. И поэтому так они упираются рогом. Потому что ему, строго говоря, надо доказать даже не то, что они могут взять Авдеевку какую-то, да? А ему надо доказать, что Российская Федерация остается сильной страной. И когда эта сильная страна 21 месяц не может победить страну, о которой они отказывают в самом факте существования, они говорят, что Украины вообще как нации нет, и говорят, что разбиты вооруженные силы, и разбито все, а 21 год упирается рогом. Сначала в Бахмут никому не нужно, извините меня, жители Бахмута, вот, но стратегически эти ни Авдеевка, ни Бахмут стратегически вообще ничего из себя не представляют. Да? Это не Курская дуга. Да, это не Сталинград какой-нибудь. Кстати, Сталинград тоже стратегически ничего не представлял, кроме имени Сталина. То есть Сталин ведь почему положил так много людей на защиту Сталинграда? Потому что имя Сталина, то есть если бы пал бы город Сталина, то это был бы огромный удар, деморализующий по Красной Армии, по Советскому Союзу. Вот. И здесь то же самое. Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то победа, чтобы показать, что российская армия чего-то еще способна делать. И в этом смысле ему совершенно не важно, какой ценой эта победа. Потому что если вы вспомните советскую песню, а нам нужна победа, мы за ценой не постоим. И вот эта символика сталинская, символика совковая, без разницы какой ценой, лишь бы была победа. Точно так же, как во времена Сталина, бывало, штурмовали какую-нибудь высотку, которая абсолютно никому не нужна, абсолютно ничего не давала, никакое продвижение не давала. Но потенциально она имела смысл, если бы на этой высотке потом бы ставили какую-то артиллерию,
и она давала преимущество в оперативное. Но часто бывало, просто там ставили какой-то флаг без ничего, и просто самим фактом того, что на нем поставили флаг, значит, за это клали там 10, 15, 20 тысяч жизней абсолютно ни за что. Мы за ценой не постоим. Это вот смысл путинского правления и путинской войны. Ему без разницы, сколько это стоит, потому что люди для него вообще ничего не представляют, никакой ценности. И ему нужна только символика. Приближаемся. У нас уже конец ноября. Сегодня Зюганов объявил о том, что, скорее всего, Совет Федерации назначит выборы президента Российской Федерации 13 декабря. Мы знаем, что 14 декабря будет у Путина какая-то линия пресс-конференции совмещенная. И, скорее всего, 14 декабря он объявит о том, что он идет на выборы президента Российской Федерации. Поэтому до этого остается меньше 3 недель, и ему нужно за 3 недели иметь какую-то победу, чтобы, так сказать, на фоне этой победы его выдвижение на очередные президентские выборы, которые, как мы понимаем, не выборы никакие, а просто фарс, имело хоть какой-то смысл в публичном пространстве. Я вот когда слышу, кстати, фразу «мы за ценой не постоим», я себе всегда вспоминаю, с истории битву за Сталинград, когда советское руководство кидало просто десятками тысяч людей на немцев, и они просто с лопатками бежали, рубили этих немцев, забирали у них оружие и продвигались дальше. Вот смотря на тот факт, с какими темпами и в каком количестве российское руководство сейчас ложит своих же людей, своих же военных на территории нашей страны, можем ли мы ожидать такого же эффекта, вот когда просто массово будут закидать людьми, еще больше, как это было в Бахмуте, еще больше, как сейчас есть в Авдеевке? И в таком случае есть ли риски для самого Путина? Ведь Путин — это не Сталин, это два кардинально разных человека, в которых похожи взгляды, но разное положение в системе и сегодня геополитической, и в системе санкций, которые сейчас работают, и в подходах к войне. Они, конечно, похожи в некоторых моментах, но все же это разные времена, это разные подходы, и это разный менталитет как в тогдашней, так и в современной России. Вот. Вы представляете себе ситуацию, когда российский диктатор Владимир Путин говорит, сейчас мы будем идти на Авдеевку или на любой другой город и будет кидать десятки тысяч людей? Это же не времена Второй мировой войны. Да, это не времена Второй мировой войны. Во-первых, я даже не соглашусь с вами по поводу того, что российский диктатор, никакой не диктатор. Вот Сталин был диктатором, Гитлер был диктатором, потому что они были великими бандитами. И они, так сказать, у них была идеология. И у Сталина была идеология, и у Гитлера была идеология. У Путина нет никакой идеологии. И он диктатором никаким не является. Потому что если бы он был диктатором, он бы не убил бы Пригожина, он бы его посадил в тюрьму. Я не знаю, вывел бы на Красную площадь, расстрелял бы или повесил. Вот. Он никакой не диктатор. Он вообще мелкая сошка, у которого даже и власти внутри нету. Потому что даже тот самый Кадыров просто издевается над центральной федеральной властью, над Путиным, и насмехается над ним и говорит: «Вовочка, приезжай ко мне, ты у меня тут 12 лет как не был». Старейшины обижаются, значит, на то, что ты не приехал. Вот. Ну, Путин, конечно, будет бросать эти тысячи и десятки тысяч никому не нужных подневольных мобилизантов, мобиков, а также тех людей, которые пришли на войну для того, чтобы просто за деньги, потому что в их регионах просто безработица, у них там они с голода помирают, ну, почти буквально. Вот. А на кого похож Путин? Кстати, Путин гораздо больше похож на Гитлера, чем на Сталина, потому что аннексия Крыма — это аншлюс Австрии, значит, борьба за Луганщину и Донеччину якобы в защиту там русскоязычного бедного населения на Донбассе. Это абсолютно то же самое, что Гитлер делал в Судетах, я не знаю, в чехословацких, в 1938 году. То есть в этом смысле его можно даже проще сравнивать с Гитлером, чем со Сталином. Вот. Но, естественно, я с вами согласен, но ни тому, ни другому в подлетке не годится, потому что и тот, и другой были, конечно, преступниками, но были великими преступниками, которые, безусловно, останутся в истории надолго. И Путин, кстати, пытается то же самое, ведь у него вся его война, она направлена на то, чтобы его имя осталось в истории человечества, потому что он понял самое главное, что
ни один или мало правителей, которые просто созидали, которые делали свою страну процветающей, на самом деле никого это не интересовало. В истории просто была срочка, да, там при таком-то императоре, там, я не знаю, Рим процветал. А вот когда были войны, вот тогда были целые страницы истории, тогда были целые тома книг написаны по поводу того, как там, значит, были какие военные походы, завоевания, даже если потом это заканчивалось падением Рима, и все походы римские там за несколько веков, потом Рим все это дело потерял практически, но никого это не интересует, потому что в учебниках истории, в книгах по истории остались эти походы Александра Македонского, завоевания мира, даже если потом все это дело накрылось медным тазом. Путина не интересует, накроется ли это медным тазом или не накроется. Главное, чтобы остаться в истории как великого тирана, и чтобы вот люди продолжали называть его диктатором. Ему это нравится, кстати, это для него не является негативной оценкой. Когда, поэтому, кстати, я вам предлагаю не использовать это слово, потому что вы доставляете ему удовольствие, когда говорите «диктатор». Ну, я бы с радостью использовал другие слова, но так как мы в прямом эфире, нужно сдерживать себя. Но вот если говорить о том... Извините, Фарид, тогда говорите «недодиктатор». Вот «недодиктатор Путин» меня устраивает вполне. Вот если говорить о том, что этот недодиктатор наслаждается тем, что вокруг в мире все о нем говорят, все называют его там диктатором и так дальше, в таком случае и в том положении, в котором он оказался сейчас, видите ли вы какие-либо риски для него? Для него больших рисков, к сожалению, нет. Потому что у Российская Федерация все-таки большая страна. У нее есть достаточно ресурсов людских и материальных для того, чтобы вести затяжную войну. Да, не будет никакого продвижения. Да, возможно, будут какие-то отступления, но тем не менее, они же сумели мобилизоваться, и пока Запад тянул с передачей вам необходимой техники и необходимых вооружений, Российская Федерация настроила линии обороны. Эти обороны, линии обороны, это опять же, это распил бюджета. Понятно, что это распил бюджета. Но тем не менее, они усложняют вашу задачу. А если еще на эти линии обороны засыпать абсолютно почти бесплатными минами, которых можно... Это очень эффективное средство, очень дешевое средство, кстати, защиты. И вот и сделать, если одна линия обороны могла бы не сработать, но если их сделать 2, 3, 4, 5, 6, 7, то, конечно, все это усложняет задачу для Украины. Самое главное то, что Запад не понял этого и не давал вам достаточно боеприпасов и вооружения, и техники для того, чтобы сразу использовать ваш прорыв прошлогодний под Харьковом и под Херсоном, чего, кстати, очень сильно боялся Российская Федерация. Теперь она поняла, что все-таки война перешла в затяжную фазу. А затяжная фаза, все-таки учитывая разницу в ресурсах между ресурсами Украины и Российской Федерации, пока что работает в пользу Российской Федерации. Дальше вопрос будет заключаться в том, сколько вооружений вам дадут. Если вам дадут много вооружений, столько, сколько нужно, тогда вы вполне себе реально можете выдавить их за пределы вашей территории на границе 91-го года. Ну, понятно, что это, конечно, не скорая задача, это даже не в лучшем случае среднесрочно. Так что в этом смысле у Путина есть резерв, и нет потери такой, потому что все, что можно было потерять, Путин уже потерял. То есть, грубо говоря, ну а что еще он может потерять? Что, репутацию? У него нет никакой репутации. Или у него репутация вот такая, какая у него есть сейчас. Вот, что еще? Он может потерять только жизнь, физическую жизнь, потому что все-таки он уже на 72-м году официальной своей биографической жизни. Вот, если исходить из негласной биографии, которую описала польская журналистка и писательница, что он уже на 74-м году своей жизни. Вот. Но чувствует вроде себя как огурчик, несмотря на все разговоры о его физической смерти, о его болезнях страшных каких-то. Вот. Так что, в принципе, ему терять, строго говоря, особо нечего. Россияне, как общность социальная, не существует. Нет никакого общества в Российской Федерации. Есть популяция, которая молчунов и таких терпил,
которые, в принципе, их, ну, нужно, чтобы у них полностью был пустой холодильник, причем много месяцев или даже много лет, чтобы они там еще о чем-то задумались и чего-то там, чему-то сделали, какие-то потуги для того, чтобы противиться этому режиму. Ну, вот сейчас главные противники режима — это кто? Это жены мобилизантов, да, мобиков, которые, значит, жалуются на то, что вот им обещали, что там несколько месяцев, а вот уже там больше года мобилизовали мужей, и говорят, что до конца этой операции, так называемой специальной операции, они не вернутся домой, значит, вот они, значит, начинают типа там немножко протестовать, и при этом эти же самые жены говорят, мы не против войны, мы не против спецоперации, просто верните вот моего конкретного мужа там на некоторое время, вот, выплатите все деньги, которые вы нам обещали, и мы, нам тогда будет все нормально. То есть вы видите, это даже не нормальный протест, это, опять же, убогий протест, это протест недоразвитого общества и даже отсутствующего общества. Это просто такое индивидуальное недовольство, эгоистичное, эгоисток, которые просто говорят, что мы там соскучились по моему мужу. Особенно те, кто хоть немножко любит своих мужей, да, потому что тем, кто не любит, им совершенно без разницы, им лучше бы пришел черный пакет и отдельная коробочка с 7 миллионами или там с 12 даже миллионами некоторым, вот, и тогда все проблемы жизненные будут решены. А мужа нового найдем, никаких проблем. Ну, я видел, кстати, вот эти протесты, что меня развеселило. Это вот протест, вот на плакате пишет «Верните через В», чтобы на всякий случай не запаковали правоохранительные органы или кремлевские спецслужбы. Но, кстати, о пустых холодильниках. Вот есть интересный момент, что глав Чечни, Дагестана, Ингушетии, Тувы и четырех временно аннексированных областей Украины, это Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская, обяжут лично отвечать за дефицит региональных бюджетов с 2024 года. Это для того, чтобы найти больше денег на войну против Украины или все же, чтобы снять ответственность центральной власти за будущие проблемы? Нет, это даже не то и не другое. Это для того, чтобы напомнить им, что они полностью зависят от центральной власти. Что это Кадыр, это на самом деле туда в пакет запустили всех, но ответ этот был лично Кадыров. Это Путин напомнил Кадырову, что без него, без денег из центрального бюджета Кадыров вообще ничего не может. Да, и поэтому, кстати, вы знаете, даже для чеченцев, которые воюют на вашей территории, даже для чеченцев, которые добиваются просто независимости своей страны, меня, откровенно говоря, всегда немножко удивляло это желание стать независимым, потому что Чечня как независимое государство абсолютно недееспособна. То есть, ну, она может там существовать как просто такое горное и аграрное государство, но там нельзя развить даже нормальную индустрию туризма, потому что в Чечне нет никаких горных курортов, куда бы мы поехали, я не знаю, там какие-то массы, тысячи, сотни тысяч людей, и озолотили бы этих людей. То есть на самом деле у меня очень большие сомнения в жизнеспособности этого региона как отдельного государства, отдельной структурной единицы такой государства, суверенной. Вот. Но это приятно людям, значит, вот такие лозунги. В отличие, допустим, от Сахи Якутии, да, потому что Якутия, у которой есть прямой выход к морю, которая огромная территория с алмазами, с золотом там, и с лесами, вот, она вполне себе может быть независимым государством. У Татарстана, кстати, нет никаких перспектив по-настоящему на независимость. Но, правда, у Татарстана есть и Волга, то есть выход к Каспийскому морю потенциальный. Да, вот. Ну, в общем, это больше разговоры о бедах. Это Путин просто напомнил всем этим людям, что они полностью зависят от государственного бюджета Российской Федерации. И если не будет дотаций, то они все умрут просто с голоду. Вот интересно услышать ваше мнение о новой потенциальной кандидатке в президенты России на будущих вот этих выборах, Дунцовой Екатерине. Она как бы сняла с россиян коллективную вину за войну в Украине, но при этом призывает закончить войну как можно скорее. Она не говорит специальная военная операция. Она называет все своими именами. Она как бы на первый взгляд делает все правильно. Кардинально не так, как делает Путин. Или это все же игра, которую задумали российские спецслужбы?
Это игра, которую это не спецслужбы даже придумали, это придумала администрация президента Российской Федерации, то есть отдел внутренней политики, управление внутренней политики администрации президента. Вот это, конечно, спойлер для Путина, но проблема заключается в том, что все это спойлерство работало, пока в Российской Федерации было все нормально и все хорошо. Вот сейчас от Путина устали. Он уже 24 года у власти, потому что, я говорю 24, потому что, конечно, даже тот период, когда Медведев якобы был президентом, это все тоже, Медведев был игрушкой, мягкой плюшевой игрушкой, которая горела Путину трон в Кремле. Вот, и то даже эта мягкая плюшевая игрушка чуть не закончила политическую карьеру и даже жизнь Путина в 2011 году. Путин очень сильно испугался. Вот, кстати, в 2011 году он не стал ждать декабря месяца. В сентябре месяце заставил Медведева на съезде партии «Единая Россия» заявить о том, что он не собирается никуда идти в качестве президента и отдает это место обратно Путину. Вот. Сейчас у него в этом смысле более спокойная ситуация, но на самом деле это обманчивое спокойствие. От Путина устали, и любой спойлер, который сейчас, вот точно так же, допустим, таким же спойлером является Борис Надеждин. Всем понятно, что никаких перспектив у него нет. Таким же спойлером будет являться Зюганов. Кстати, Зюганов пока что не объявил о том, что он выходит. Таким же спойлером является Гиркин. Но вы знаете, когда много спойлеров возникают в ситуации, когда у Путина очень большие проблемы, и от него, в принципе, устало общество, и он всем надоел, то может и громыхнуть. Вот возьмет и что-нибудь там произойдет. Все же возьмут, начнутся какие-то там протесты против подделки выборов. Всем понятно, что выборы будут поддельными. Вот. Но, с другой стороны, мы же знаем уже, что Путина в этом смысле политически опередила Западная Европа. Потому что парламентская ассамблея Совета Европы уже сказала, что Путин, когда переизберется, если он переизберется в марте 2024 года, он будет нелегитимным президентом, потому что он под себя изменил Конституцию. Это был государственный переворот, тому же самому Путину, который постоянно говорит про переворот в Киеве. Вот изменение Конституции под Путина – это государственный переворот, это нарушение конституционного порядка в Российской Федерации, потому что человек, который говорит, я вами правил 24 года, а это не считается, мы, значит, из нуля теперь я иду на новые два срока, это обман. Откровенный обман. И, вы знаете, рано или поздно может где-то громыхнуть. То есть каждое из этих событий из себя не представляет ничего, каждый из этих кандидатов не представляет из себя ничего, но вместе все они вдруг могут сложиться в какую-то ситуацию, когда начнется какая-то цепная реакция, и произойдет, например, то, что произошло в Румынии, да, потому что в Румынии там, в 89-м году Чаушеско был, казалось бы, совершенно неприкасаемым человеком. Через несколько месяцев его расстреляли просто как собаку, бешеную, с его женой Еленой у ближайшей стены. И точно так же Каддафи в Ливии был абсолютным диктатором, и вдруг ему засунули черенок лопаты в задницу и расстреляли из его собственных, вернее, даже не убили, из его золотых пистолетов, а просто забили камнями. Вот. И это предусмотреть никто не может, особенно вот эти потенциальные диктаторы, про которых вы говорили, да, люди, которые ощущают себя с абсолютной властью, но на самом деле в любой момент эта власть на определенном этапе может разрушиться, как карточный домик. Я думаю, что российский недодиктатор это прекрасно понимает, и надеюсь, когда он спит, он об этом очень часто думает. Сергей, я вам благодарен за этот разговор. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я нагадаю, что на зв'язку з нами був Сергій Жирнов, це експівробітник КГБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, з яким ми говорили про Путіна і внутрішню кухню російської політики. Назвемо це так. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання про допомогу для нашого війська. Зараз 24-й канал збирає 525 тисяч гривень на Volkswagen Amarok із захистом від дронів, який називається Unwave. Це буде надійний захист від ворожих літальних безпілотних апаратів. Загалом ці гроші, цей автомобіль разом з цією системою піде для нового штурмового підрозділу 3-го Луганського прикордонного загону. Вони побували вже на багатьох ділянках нашого фронту і зараз продовжують захищати нашу країну від російських
ворогів від російських окупантів. Завдання перед ними стоять небезпечні, тому їм точно треба автомобіль. І оскільки він буде із системами радіоелектронної боротьби, то це буде дуже круто, тому що вони безперешкодно зможуть добиратися до точки призначення, маневрувати між вогневими позиціями, довозити військових, забирати поранених, займатися, тобто, евакуацією, і бути при цьому впевненими, що ніякий дрон камікадзе, жоден FPV по них не прилетить. Артилерію по них скоригувати буде максимально важко, тому що буде система, яка глушитиме будь-які дрони, які підлітатимуть до цього автомобіля. На цей момент зібрано 26% від необхідної суми, за що ми вам дуже дякуємо. Ви можете долучитися до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Я дякую, що ці 3 години були зі мною. Я з вами попрощаюся, але ви не перемикайтеся, бо після мене в студії з'являться колеги, які розкажуть найважливіше уже до наступних інформаційних годин.